Вот. Надеюсь, не вываливайся. Смотри. Все понравилось. Понравится такой формат. Улучшаемся постепенно. Приобрели петличку. И вот сейчас снимается все на вот этот вот телефон. Все. Ты мне... Ой, чужеземец оброс мухами. Чужеземец. Они все равно присасываются. А что они здесь увидели? Подожди, тут жрачка, что ли, есть? Че они пыль жрут, а? Суки. Чужеземец. Ах, бочина, ты смотри, драться научился. Вот. Я умная здесь самая. Я знаю, что если я сейчас сделаю вот так вот, он упадет. Я вместе с ним. Короче. Что за новостяшки подъехали? Мэр. Короче, мы все-таки запретили, да? Смотрите, что это делать. Знает, что он творит. Пойдемте смотреть. Он хочет реставрировать. Не реставрирует почту. Круся. Вот здесь хочет он строить почту. Ой, мне пот летит. Льется по углу. Лето, блин. Жара, красавки, край 25 градусов. Он хочет здесь сделать почту. Мы все радовались. А потом все сразу поняли, зачем он это делает. Понимаете, да, на что я клоню? Типа, там почту он закроет. Быков он еще сюда, коров не пустил. Козочки до сих пор здесь. Сейчас он здесь сделает почту. Мы сюда не сможем перегнать козочек. Он их все-таки того и заведет там коров. Понимаете? Че он прям настырно нам что-то хочет сделать, чтобы козочек не было. Ладно? Ну че? Скотина. Вот и все. Не орать! Сейчас я. Астыч. Вот так. Ты падла. Вот. О, Валь, привет. Да. А ты знала, что мэр творит? Да. Да, тут. Что он творит? Я не знаю. Я уже спокойная, как он. Все. Да вообще. Ну ладно, все, я пошел. Все, почту он делает, падла, и ничего не делает. Все, пока.